Гидромакс. Оптимальная гидратация. Организм – это 100 триллион клеток, в каждой из которых содержится вода. 80% легкие, 75% мозг, 83% кровь, 75% мышцы, 72% кожа, 22% суставы. Движение воды в организме не прекращается ни на минуту. Лимфа, кровь, слюна, желудочный сок, моча, пот, слезы – все эти жидкости главным образом состоят из воды. Организм человека – это симбиоз воды и химических элементов. Тело человека состоит на 2/3 из воды и на 1/3 из химических элементов. Каждый из элементов необходим для нормальной работы органов и систем. Вода – это источник жизни. Доставляет питательные вещества к клеткам, поддерживая работу всего организма. Помогает выводить продукты жизнедеятельности и токсины из организма. Ускоряет метаболизм, в том числе и сжигание жира. Помогает организму поддерживать постоянную температуру тела. Регулирует вязкость крови и снижает риск сердечно-сосудистых катастроф. Участвует в образовании синовиальной жидкости, которая является смазкой для суставов. Дефицит воды вызывает головную боль, повышенное давление, учащенное сердцебиение и дыхание, повышенный холестерин, сухость кожи, волос, ногтей, боли в суставах, формирование камней в желчном пузыре и почках. Какую же воду нужно пить? Чистую питьевую. Физиологически полноценную. С оптимальным минеральным составом. Для штатной работы организма нужно приблизительно 1,5-2 литра воды в день. Вода содержит следующие основные минералы. Кальций, магний, калий, кремний, фосфор. Баланс воды в организме обеспечивают калий и натрий. Это электролиты, которые регулируют равновесие воды в организме. Тандем калия и натрия предназначен для обмена веществ в клетке. Натрий выводит продукты обмена веществ, растворенные в воде, из клетки. Калий пропускает питательные вещества и воду в клетку. Калий – основной электролит организма. Регулирует распределение и выведение воды из организма. Обеспечивает транспорт питательных веществ в клетку. Обеспечивает выведение токсинов из клетки, восстанавливает энергетический уровень организма. Но он быстро выводится из организма при стрессах, и в современном рационе питания его недостаточно. Натрий – это основной электролит организма. Регулирует распределение и удержание воды в организме, участвует вместе с калием в передаче нервных импульсов. Но он задерживает воду в организме и провоцирует отеки. В современном рационе натрий присутствует в избытке, это пищевые добавки, соль, консерванты. Окислительно-восстановительный потенциал воды. Соотношение окислителей и восстановителей в воде. Компания Coral Club представляет набор для оптимальной гидратации организма. 3 продукта, 3 действия. Обогащение необходимыми минералами, антиоксидантная защита, регуляция внутриклеточного водно-солевого баланса. Coral Mind обогащает необходимыми минералами, поддерживает оптимальный уровень pH воды, нормализует деятельность жизненно важных систем и органов. Пентакан регулирует внутриклеточный водно-солевой баланс, восстанавливает энергетические ресурсы организма, нормализует кислотно-щелочной баланс. H500 – мощный антиоксидант, препятствует разрушительным окислительным процессам в организме, поддерживает высокую работоспособность и выносливость. Набор для оптимальной гидратации – Гидромакс. Повышает работоспособность, нормализирует обмен веществ, защищает от раннего старения. Наборы от Coral Club – это комплексное действие компонентов, удобная форма и четкая последовательность приема, и всегда выгодная цена.